Надо было тут. О, я на самом верху. Классно! Я почти в самом низу. Я вспомнил, у меня на этой карте пулеметчик жил с самого начала по самый конец. Ты куда это полез? Ушел отсюда. Надо так. Пады. Оборону надо с двух сторон, кто не знает, ставить. Если вдруг кто-то не знает. На этой карте. Через двадцатки? Не, я хочу через пушечки. Я не понимаю ваш язык. Ну, 20 миллиметров. Двадцатка. Эти хранилища удаляйте. Я это давно сделал. Я только хотел. Под экономику. Ой, базус, технология. Так, я чисто буду миллиард дерева лепить. А все играли на этой карте в нашей команде? Ну, я играл. Да, но... Я видео на ютубе видел. А, ну, все знают. Ну, тогда ок. Жалко. Нет, я не знаю. Расскажите мне сочинение, что тут делать надо. Тут надо стрелять. Это было. Это сложно и долго, да. Поставил веревочку для каскадера. Типово жительно с тремя шахтами. Видели мою веревочку для каскадеров? Ну-ка. Куда хуйвидзер запихнуть? На эту веревочку. Да, и он утянет всю твою. Кстати, кто может пулеметчиков натыкать? Верхний можешь пулеметчиков поставить? Да, я могу этим один займусь. Поставить. Я поставлю одного пулеметчика, который будет защищать меня. А то было бы вот хорошо, чтобы верхний делал бы сосиску из пулемета. А я бы все в порталах утыкал. Мне кажется, нижний лучше. Сосиску побольше. А я сейчас чисто всю базу порталами утыкаю. И скрою то, что у меня эти порталы есть. Чтобы они обратно в порталы. Можно. Смысл? Вот я порталы натыкал, смотри, сейчас не мою базу. Их сцена видно будет. А, все равно видно? Да. Да блин. Ну, так они только на одном командире, я не помню, как он. Антоня, вроде. Надо было фантома взять технологию и не утыкаться. А можно, знаете, что сделать? Сзади построить пушки, в эту сторону левую, и туда стрелять. Я с двух сторон буду строить. Ну, я тоже. Но не пушки, а защиту. Что-то спину продырявил. Кстати, я могу еще сзади сделать порталы. Чтоб тот, кто промахнется, тому обратно снаряд прилетел. Сзади буду стрелять, какая разница. Мне кажется, большинство сзади. Я полностью базу утыкал порталами.
А я не помню, на этой карте, если вниз пуля попадает, то она сверху опять? Ну да. Да, сверху. По идее, так и должно быть. Рейму, лови. Блин. Я поймаю самого по себя. Денис. Гений, гений. Мы имеем. Все, в принципе. Они как-то выйдут. Давайте, короче, встроните мне кто-нибудь в спину. Вам понравится. Это можно устроить. Гениально. Гениальная карта. Я бы больше, честно, поставил бы портал, но что-то у меня энергия что-то так. Не знаю, у меня 3 ветряка. Не пока. Блин, слишком. Ой-ой-ой, сейчас кому-то прилетит. А, ему же. Все нормально. О, там хаузер. Нет. Чуть-чуть долетел. Ой, блин, я чуть про пушки вообще. Поиграйте кому. Кому-то. Разбухни мне. Все нормально. Пусть пробитие. А если куча пулеметчик, ну тыкать и стрелять. Ой, сейчас прилетит кому-то. Да не знаю, я хочу протестить портал. Да чьё было? Кто посмел? А я случайно. Да конечно. Месть себе долго не заставит ждать. А чё, у меня ветряки не крутят? Ой, порталы ставят. Ну это и хорошо. Блин. Была бы функция механика, чем быстрее пуля летит, тем она больше дамагает. А вы знали, но портал, если его ставишь, то он забирает процент энергии. Ну да. Я не знал этого. Я его концовки минут. За что? О! Коммунизм. Даже не, это моя. Короче, это... тебя когда отцапают, это я... Стоп, сторон бью. Вижу. Это противозаконно. Не надо. Думайся. Тут можно ставить по две. А я больно. Потому что смысла больше ставить, мне кажется, нет. Мой огромный летает страшно. Ай. О, я в пушке технологию с пушками поставил. Только сейчас? Ты чё, припоздал? А я чисто экономику строил вот это. О, я пулеметчика, кстати, поставлю на этом столу. Я не строил вот эту рисунку. Тут самый лучший варик это... Как сквозь портал пролетело? Как я сквозь портал пролетел? Ой-ой-ой, это небезопасно. Нет, только не... Вопай, мог бы хавузер... Нет, блин, меня... Фу, ну уже не так опасно. Нет, это вообще никуда портал не работает. Я не знаю, почему. Портал не работает. Порталы сломались. Кстати, если... Ой... Это кто так стреляет? О, сейчас мои пульки полетят. У меня все оружие, это пулеметчики, все. Ай. Почему портал не работает? Порталы бесполезны. Да, я сейчас натыкал. А почему? Что за фигня? Ой, кстати, если очередь ставить, пролетела мимо. Верхнему не повезло. О, минус хаузер летит. О, спасибо. Три хаузера прилетело кому-то. Не повезло тому, кому прилетело. Действительно. Ой, я промазал. О. А, ну ты в другого чувака попал просто. Ой, это хорошо. Я нижнего практически убил. Нормально они летают. В разные стороны. Ой.
20-миллиметровки самые интересные пушки в этой карте. Они просто дичь творят. Ой. Мне так кажется. Если тут натыка, на еще делать. Ой, я кого-то убил. Пожарный лазер. Пожарный лазер. О. Я даже пушки не смог построить, во. Ай. Ай, ай, ай. Мы летаем. Ай. Я технология. Ой, три пузла. Так, найн. Бузал это слишком. Что ты бузалов? Я опять промазал немного. А теперь там никого не стоит, и теперь они летают. Ой, все в одном. Ой, я сейчас пушки построю. Никого-то забыл. Да за что? Опять. Я сейчас тут ломаю. Все, буза. Нет, что у меня в спине? О, все сломаю. А что ты за столбик даже поставил? Это скоро подарки тебе будут лететь. Ой, походу минус. Стрельнул. Промазал. Не, не промазал, попал. Я попал по тиммейту, вот дефолт. А теперь начинаем дождь. Ай-ай, ауч. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, больно. Мои подарки. Мне минус. Минус экономика. Сколько я урона нанес. Ну ты я, чё? Я, кстати, по противникам попал. Немного. Ничего не стоит. У меня в минус энергия чисто уходит. Пойдем. Ой, я поставил ветряк с 1% эффективности, когда он такой. Такие ветряки самые лучшие. Да не надо, ну блин. Да, ну ты падал. Я тогда на что сделаю? Не надо. Отдумайся. Ай. Это я думаю, я присоединюсь. Помоги мне его встретить, да. Я не знаю, в кого сейчас попаду. Сам себя. Не сильно, не сильно. Ой, кто в меня стреляет? Я, кстати, нашел, куда можно стрелять, чтобы... У меня ресурсов нет даже дерево поставить. О, появились. Ну, скоро снова. Ах, не бросит. Не надо, не надо. Я из пушек как бы стрельну. А меня можно заваншотить, но если точно попасть. Да. Там себя. Там себя, чувак. А ты чьи, это мои прилетели? Это мои. А я не знаю. А. Кстати, я в дефолта больше всего раз попал когда. Типа. А я думаю, что это... А сейчас... Ай, сам себя попал. Все, полетело. Да я само себя сейчас полетело. Убью. Такой дождь. А мне тиммейт вообще по самому вообще такой... Ой, это ужас. Было два точных выстрела. Не рассчитывай. Почему у меня все тут сама? Потому что ты шахты чинишь. Ой, порталы. Ой, тут они порталы сами себе стреляли. Случайно.